выпусках «Жизнь в Фэттоне изнутри» показывается, как на самом деле протекает жизнь в московском тюнинг-ателье, с какими трудностями сталкиваются мастера и как выходят из сложившихся ситуаций. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе! Привет, я Эл из студии Fat Tony, и сегодня мы расскажем вам о нашем новом интересном проекте. Сегодня повезло Mazda 3, 2007 года выпуска, объем двигателя 2 литра, 6-ступенчатая механическая коробка передач. И как вы догадались, это мой автомобиль. За время владения автомобилем было установлено дополнительный аэродинамический обвес, передний бампер, решетка радиатора, капот, врезанный металлический. Далее не понравились штатные зеркала, поэтому они были немножко доведены до ума такими плавниками. Пороги, придуманные и сделанные своими руками и зализанные с кузовом. Зима дала о себе знать, поэтому придется немножко доработать. Козырьки на крышу, а-ля Evolution Style, плавники. Интересный спойлер на крышке багажника. Задняя оптика. Стекла убраны, покрашены цвет кузова, карбоновая пленка. Задний аэродинамический бампер. Заглянем внутрь. Годы берут свое, и салон просто ушатан в дребезги. Это-то нас и подтолкнуло на осуществление громкого проекта, в котором гармонично будут уживаться много сочного баса и громкие калитки. Здесь я старался сам сделать акустику, но, к сожалению, не получилось. Немного карбона добавлено и в салоне, где-то подкрашено под цвет кузова, ручка КПП изменена, штатные головное устройство убрано, поставлен пилонер. Как вы заметили, на обшивке правой двери тоже все раздербанили. Обшивка бардачка порвана была и выкинута. Сиденья устарели, помятые, грязные. Задние двери тоже все расцарапаны. Устанавливал чехлы на задний диван. Ну, теперь немножко о самой системе. Начнем с басового звена. Это БП 4 порядка на экспоненте. В качестве излучателя было выбрано 6/12 бубна QS300 компании KICKS. Пойдемте посмотрим. Вы посмотрите на эту красоту. Как мы могли их не выбрать? Вот такая картина начинает вырисовываться. Объем закрытой камеры 80 литров, вентилируемый по расчетам 210 чистыми. Проем багажника в Mazda 3 маленький. Поэтому окончательная сборка данного чемодана будет осуществляться по месту, то есть багажнику. Дабы не раздудонивать спинку заднего сиденья, порт мы решили вывести на заднюю полку. О дальнейшем развитии проекта студии Fat Tony мы расскажем вам в следующем видео. До новых встреч, пока!